Турнир по настольному теннису среди учреждений среднего профессионального образования Иркутской области проходил сегодня на базе техникума строительных технологий. Участие в нем приняли более 200 спортсменов из Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибирского, Братска, Черемхова и Свирска. Зачет шел как в личном, так и в командном первенстве. По итогам прошлых лет, в частности, наш техникум занимал призовые места, в том числе и первые. Но ребята уходят, то есть приходят другие, естественно, уровень игры немножко слабее. Победителями соревнований стала команда из Братска. На втором месте усольчане. Ангарская сборная замыкает тройку лидеров.